Окей. Game file on memory card. Окей. Я думала, ты на третий выходила. Хёу. Да. Хо-хо-хо, так, ладно. Всем привет, кто будет смотреть это в записи, наверное. Если кто смотрит записи. Это игра Фаренгейт в скобочках Индиго Профиси. Она издавалась под таким.
Фаренгейт он занят где-то в других странах. А Фаренгейт он называется, потому что измеряется в Фаренгейтах температура. Дига Профис — это спойлер. Так. 10 из 10. Так, 65 фолловеров, спасибо Мендолу за фолловер. Вроде там больше никого нет из новеньких интересных людей. Всем остальным, по-моему, спасибо говорила. Если не говорила, то спасибо за фолловер, тем, кто фолловер. Я нажму начинать, наверное, кто знает. Я в нее играла, потому что мне было не с чего ее допройти. Я там сгорела кое-где. Прям конкретно. Ненавидела эту гребаную балку. А, так, туториал на Ньюгейм. Туториал пока пройдем, может кто-нибудь еще подойдет. Играла я, короче, на русском. Поэтому. Hi. My name is David Cage. I'm the writer and director of Fire Knight. I just thought there's a few things you should know before you get started. I'd like you to meet my friend Bob. You'll be controlling him while you're learning. Let's begin with something simple. Move toward the mark on the floor. Я не могла пройти туториал, потому что у меня... короче... Я помню, пыталась подключить геймпад свой старенький, этот, лоджитековский. У меня там не работает... правый за камеру, да? Правый за камеру, короче, стик. Он не хочет подключаться. Поэтому он у меня не работал, я не могла двигать камерой. Окей, я сейчас нажимала. Come on, move it. The mark is just there. Ага, короче, ты нажимаешь на кнопочки, и он поворачивается. Непонятно. А, вниз он на 108, вверх-вниз он на 180 поворачивается. Нет, вниз он на 180 поворачивается. Вверх он идет, просто идет. Это я нажимаю вправо, это я нажимаю влево. Но этим все равно не буду ни черта пользоваться, потому что я хожу на начинательном удобном стике. Камера еще в миллиард километров. Так, press button while walking to run. Ташки. О, тут еще же будут КТЕ учить. Perfect. Now you know how to move about. You're also going to have to be able to observe your environment. To do so, you'll have direct control of the cameras. Come on, give it a try. Было раньше, да? Вау. Блин, и пока это работало как-то криво. Сколько мышц-то? Так, да-да-да, я уже посмотрела все. You can also look around you and see exactly what you want to see. Use right analog stick to move the camera. Да, я это уже сделала. But you won't be just looking around you in Fire Knight. You'll also have to interact with your environment. Go to the door. Do you see the symbol at the top of the screen? It indicates the movement you have to make to execute the action. Do it slowly to really feel you're controlling your character's helm. Go ahead. That's cool. Now that you know how to move about, use the cameras and interact with the environment, we can move on to more serious stuff. Fire Knight has action sequences where your character's life will be in danger. I'd better explain this to you before you find yourself on your own. Ой. Скажи, у тебя там Дэвид, да? Зачем вы это сделали? Зачем вы тогда в 2000... В каком-то году вышло, шестом, что ли, сделали кнопочки управления вон там, где-то дофига наверху, на которые ты ни черта не смотришь и не видишь. Зачем вы это сделали?
предстал. Где это? When this symbol appears at the top of the screen, it means your character is gonna have to make a physical effort. You'll see. You'll be exhausted too. Hey, not bad. Now for something a bit more difficult. You're gonna find yourself facing all kinds of dangers in Fahrenheit. You're gonna need a cool head and good reflexes if you want to survive. Let's see how it works. Вот это сложно, стрёмно, да? Best ever, крутое. Okay, I see you've got the hang of it. Now we can move on to something else. You can also choose what you want to say in the dialogues in Fahrenheit. Let's give it a try. What do you think of my friend Bob? Nice. Hey Bob, did you hear that? Right, I see you've got the hang of the dialogues. In Fahrenheit, you'll only have a limited amount of time to make up your mind, so you'd better think fast. Now, let's talk about your mental health. In Fahrenheit, your actions modify the psychological state of your character. Each time it changes, the symbol will appear on screen. Take care of your character. Otherwise, you may fall into depression, madness, or even commit suicide. Oh, I nearly forgot something important. In Fahrenheit, you'll be able to control all the main characters. Be careful. Your every action will have consequences for the story. A word of advice, think before you act. That's it. I've told you everything I know, or nearly everything. There are still lots of things to discover, but I'll leave you the surprise of finding them for yourself. Now it's up to you to play. And be careful, you're entering a world where anything can happen. Да, Atari, я знаю, господи, Atari... Не... Они ж это... Воскреснули. Воскресли. Привет, Мешкал. Я тут прошла... Things are never quite what they seem. Туториал, так. We know, but... We really only see the outside, what it seems to be. I used to be just like you. I believed in humanity, the newspapers, soap commercials, politics, and history books. But one day, the world kicks you in the teeth, and you don't have any choice but to see things the way they really are. My name is Lucas Kane. My story is the one where an ordinary guy has something extraordinary happen to him. Maybe it was supposed to happen. Maybe it was my destiny or my karma or whatever. I know one thing for sure. Nothing's ever going to be the same again. У Лукаса нормальный голос. Привет, Тендерхит. Я играла просто на ПК в которая старая версия. И там, короче, у него в русской озвучке такой голос неприятный. It all started right here. Where else could it happen? New York, capital of the universe. The chessboard destiny chose for the last big game. I was just another pawn living my pawn's life. Until that night, and my life descended into chaos. Я примерно помню, что где как делать. Но и все. Ну что, по звуку как он там. Я просто в наушниках тише сделал. Да? А игру я там в самом начале тоже делала на строке потише. Это у нас совсем орало. Как он нормально слышно меня и игру и все прочее. Блин, графику, кстати, они подтянули чуть-чуть. Там было все намного хуже. Так, много хуже слышно сейчас. Ладно, сейчас касса пройдет. Так. О. Options. Так, аудио.
Так, global поставлю вот так. Music. Так, voice line пусть громкие. Эффекты, по-моему, здесь громкие. Так. Попробую так. Ага. Так должно быть лучше. Можно еще раз вот так. А вот как-то так. Как его забирать? Уже это стрёмно выглядит. Так, ладно, кто это, я не помню. Я не помню, в чем замута игры, если честно. What have I done? Так. I didn't want. It was like a dream. Quick. I've got to get out of here before somebody comes in here. Blah blah blah, да, окей. Быстрее, делай дела. Так, что ты можешь сделать? Так, сейчас. Так, ладно, помой руки быстро. Out of order. Пофиг. Забей. Так. О. Развернись быстро. Дело. Да в смысле? Окей, хватит на это смотреть. Где нож? Куда он нож бросил? Так, вымой руки. Руки умей. Нет, эта игра старая, она вот сейчас на вторую PlayStation вышла. Я думала, она вышла, когда... Сейчас, короче, я думала, что это одна из первых игр на третью. Она, наверное, ремастером была одна из первых, да? Так, что это? О, так, нож. The knife. I've got to get rid of it. Да, ничего. Быстрее. Так. Пофиг, все. Все норм. Она, похоже, вышла на закате второй части, короче. Так.
выпей водички, успокойся. Пожалуйста, так. Ой, нет. Кофе? I never drink it. I hate it. Was I with someone? I can't remember anything at all. Кстати, первый раз я сажусь и ем, и все такое здесь. Я обычно все медленно-медленно, блин, делаю. Так, чек. Оплати, пожалуйста, деньги. Так, скушай еще. На третий нет ее. Там первый типа ремастером тоже выходила как-то. Так, выход вон там. Я все оплатила, женщина пока. Я пошла, я ни при чем, я никого не убивал. Абсолютно серьезно говорю, в прошлый раз, когда я играла, я отсюда прям выбегала. У меня была супер-мега паника. Так, а как идти? Бежать. Так, бежать, да? I live too far away to walk. I have to find another way to get back home. Куда идти? О, вот, таксист. Таксист, довези меня, пожалуйста. Anywhere. A crime has just been committed. I'm going to have to ask you to stay calm and wait here for the police to arrive and check your ID. Помню я, чувак. Только не помню, кто-то. Это важный. Doc's Diner, that's it. Why do they always wait for me to go on duty before they start killing each other in the middle of the night? Tyler, somebody gets murdered every day in New York. But especially when I'm on night duty. It's as if every psycho in the city has it in for me. If you want a bitch, do it inside. That way I don't have to freeze to death listening to it. You're the boss, Carla. Так. In 5 years on the force, I've seen some murders. But you never really get used to death. You just learn to live with it, that's all. I still don't know if it was fatigue, cold, or something else. But I clearly remember the bad feeling I got when I walked into that restaurant. As if some part of me already knew that this time, something was different. Так. А сколько градусов по Фаренгейту уже писали, да? Я пропустила. Тут пишет каждый раз, сколько градусов сейчас. Evening, Inspector. I've been waiting for you. Hey, Tyler. Hey, Martin. So, what happened? Homicide. I found the body in the toilets. I had to go before I went home. Так, suspect. Do we have a suspect? A client left just before I found the body. Table? Which table was the suspect sitting at? Oh, he was sitting at that table over there. Waitress. Is that the waitress over there? Yeah, Kate Morrison. I think that you should interrogate her. If you don't mind me saying, go easy on her, Inspector. She's still in a state of shock. Is the body still there? The boys from the morgue were waiting for you to get here before moving it. Nobody's been in the toilet since we found the body. Thanks for your help, Martin. It's late. I think you can go home and get some sleep. I'm gonna wait until you're finished with Kate, if you don't mind. I want to make sure she gets home okay. Да, это игра, которая вышла до Heavy Rain. Вот Quantic Dream выпустили, получается, 6 игр, кажется, на данный момент. Вот если в порядке от самой новой к старой, это Detroit, Beyond Two Souls, Heavy Rain, Fahrenheit. До этого еще была игра вообще другой тематики, она называлась Omicron. Там что-то про будущее. Не помню.
Она старая, еще более старая. И, по-моему, они еще какую-то игрушку искали до этого. Там прям вообще минимум график какой-то был. Очень... Там 90-х годов. Вот эти игры были. Так. Пойдем смотреть столик. Так, повернись, а. Вот только к Beyond Two Souls они починили управление. В смысле, чтобы они поворачивались, не как танки. Heavy Rain, они тоже как танки поворачиваются. Так, потом тебе говорю. Huh. Here's his fork, but where's the knife? Ага. A cup of coffee and a soft drink? That's weird. He's a caffeine addict. Or else he wasn't alone. Gotta remember to check with the waitress on that. Ну, надеюсь, вам нормально, что на английском. Я просто понимаю, что о чем они говорят. Я даже примерно помню. Мне просто переводить в полу в любом случае. A book. The Tempest by Shakespeare. If this is his, it's a pretty weird book for a killer to be reading. Garrett, there's a book under this table. Why don't you check it out for prints? You got it, Carla. Уда? Well, well, the coffee's not on the bill. Ага. Короче, тут еще есть выбор, можно было вообще свалить, сбежать. The killer was at this table. He came back and sat down after the murder. Да, можно было стоя просто оплатить, да. Garrett, there are traces of blood in this booth. Okay, I'll go take a look. Так, поболтаем с этими чуваками. Так, с вами же можно болтать, да? Ага, там треугольник можно переместить. Надо Тайлера Господи, поменяться, и там будут другие опции доступны. Hey, Garrett. Hey, Frank. How's it going? Hey, Carla. Hey, Carla. So, you guys find anything? We took some samples here and there. We're almost finished. We were just waiting for you before we took the body away. Okay, let's take a look. Болтаем с ней и махнемся. Интересно, куда он оружие спрятал в этот раз? Кейт? Он всегда рано попрещает. I'm Inspector Carla Valenti. I'm in charge of the investigation here. Would you mind answering a few questions? No. Привет, Стикс. Go ahead. Так, это... Did you know the victim well? John was a regular. Да, замечательно выглядел. He came every Monday. He always ordered the same thing and I left a nice tip. Так, suspect. Can you tell me anything about the customer who left just before they discovered the body? He was just a normal guy. I didn't really pay any attention to him. Ну да, самый обычный пацан, так, someone else. Could anyone else have come in? No, I don't think so. You can only get in the front door. If somebody else had come in, I would have seen them. Description. What was he like, Kate? Do you think you could describe him for me? I only saw him for a few seconds. I guess he was about average height, fairly young. That's all I can remember. Так. Did you get the impression that John and the suspect knew each other? No. I don't think they did know each other. The man had already been here a while when John came in. They didn't talk to each other. No, I'm almost certain that John didn't know him. Так, okay. Do you know whether the victim had any enemies? Anybody that might want to kill him? John was just a nice, normal guy. I can't see why anybody would want to kill him. Fuck. Can you tell me what you saw? There weren't that many people tonight. It's usually pretty calm during the week. I was just chatting with Martin at the bar. I didn't even see John get up. Oh my god. Не плачь, женщина. Cheer up. You have to try to be strong, Kate. I know that this has been a shock for you, but you're the only one who can help us find the suspect. Я просто вижу, что вы чатики пишете. My shift was almost over. I was just chatting with Martin at the bar. John got up and went to the restroom. The man must have followed him. And then he must have snuck out afterwards because I didn't even see him leave.
What happened next? Martin went to the restroom, and that's when he found John. Так, cup of coffee? There was a cup of coffee on his table. Do you remember whether he was the one who ordered it? A cup of coffee? No. No, I'm certain he didn't order any coffee. Так, Did you happen to notice anything strange about the suspect's behavior before he went into the restroom? No. You, wait. Yes. I remember something. I came back at one point just to check whether he needed anything. He didn't answer me. He just stared straight ahead. It was weird. I didn't push it. Uh-huh. I thought maybe this guy is a little crazy. God. If I had only known. The suspect? I'll never forget that face. Perfect. Do you think that you could come down to the station tomorrow and help us construct a likeness of the killer? Yeah. I'll do whatever you think I can to help catch him. Thank you very much for your help, Kate. Oh, I hope you find the bastard who did it. People like that just don't deserve to live. I promise you, we'll do everything in our power to find him. Go home now and try to get some sleep. Martin will make sure you get home okay. Так. Только в платформеры и Silent Hill. Я, кстати, ни в один Silent Hill нормально ни разу не играла. Его никогда не было, я знала всегда про игру, про фильмы. Ну, про фильмы, про игру. Но никогда не играла, прям нормально. Я бы в ремастеры... Господи, ремастеров нету. В первое Silent Hill бы сыграла на эмуляторе. Потому что мне нравится очень. Там, первый, второй, третий, четвертый. А что я еще играла во второй PlayStation? Я много играла в Tekken. Я не помню, какие были игры на второй PlayStation, кстати. Ощущения помню. И в гараже еще какие-то лежат. Какие-то были. Когда у меня была консоль. Потом брат дал ее поиграть своему другу, а друг ему ее не вернул. Да. Так. Махнем на Тайлера. Тебя же Тайлер зовут, да? Так, а есть какие-нибудь кнопочки? А, не-не-не, это... Волшебные кнопочки, которые делаются так. Тут же мало функционала, о чем я? Тайлер, can you shut that thing off? We're on a murder site here. Hey, I just thought I'd chill the atmosphere a little. Okay, it's off. Ну, в смысле минус 5, а? I better turn this off before Carla pops a vein. Вообще, я помню, даже был гайд какой-то. Там есть прямо целые типсы, описывающие, что из каждых действий повышает и понижает. Гоночки. Не, я в гонки не играла особо. У меня на ПК был какой-то Need for Speed. Сейчас, Underground у меня был. Второй. Я в него чуть-чуть играла. В основном это брат делал. Потому что он любит гонки. У меня на первый PlayStation был Need for Speed еще какой-то старый. Но я не помню какой. Там прям очень-очень старый какой-то. Так. Смотрим. Steak and fries. Looks like he barely touched his food. Now on the subway. Martin says this was the guy's table. Так, все, да. Я просто могу больше вспомнить, на чем я во что я играла на первый, чем на второй. Если честно. Вообще не помню. Потому что во второй я реально очень много залипала в Tekken 5. Ох. Так. Итак, куда он его выкинул? Just what exactly are you doing, Tyler? I'm checking for clues. What do you think? Так. Раз, место, где могло быть. Так, давай, руки помоем тебе. Hey, I think there's some blood in the sink. О? Maybe the killer washed up before he left. Uh-huh. Yeah, could be. Не помыл руки, сорян. Бэтмена. О, там был Бэтмен.
А, так. Да блин! Я случайно. Тайлер? What? This is a restroom, isn't it? No, this is a crime scene. It's cool. А, I'm я done. Привыкла, что камеру может появиться в любой момент. Ну блин. Так. Do you know if anyone has contacted the family? Not as far as I know. Oh, right, I get it. I'll take care of it. Так. Да что он его спрятал? Он его либо выкидывает в мусорку, либо прячет куда-то там вниз. Так, не стревай. Так. Ох. Либо ща-ща-ща. Либо он его в унитаз прячет. Но я не нашла, кстати, куда. Он куда-то сюда вниз прячет. Это уже похоже на зависимость. Так, нож, похоже, я не найду. Или он его вообще выкинул на улицу? Bizarre. What? Well, he still has his credit card and $100 in cash on it. I guess the killer wasn't after his money. Ты на него просто посмотрел? Вот просто. Ты вот так вот на него посмотрел и понял, что у него кредитка с собой и $100. Ты просто на него посмотрел. Если что, эта логика сохраняется, по-моему, даже Beyond Two Souls, даже так. Просто посмотрел на чувака. О! О! Вот с ним то-то, то-то произошло. Так. А, может за тебя, может что-нибудь найти? No trace of a struggle. Looks like the guy was taken totally by surprise. Так. Окей. Ага. Швабра. Blood on the mop. The killer must have used it to clean up the mess. Why would he risk getting caught to do that? А, без Two Souls? Да, мне она очень понравилась. Правда, намного веселее играть с кем-нибудь. Вот если есть два геймпада, с кем-нибудь сесть, играть. Там один человек будет играть за Джоди, другой за Айдена. Так на самом деле намного удобнее и даже интереснее. Именно сидите, сообщаетесь. You gotta be crazy. This guy took a big risk. Anybody could have walked in here and surprised him. Я считаю еще, что лучше всего играть в оригинальной последовательности, то есть когда все смешано. Where is there blood here? Did you find anything? Possibly. I don't understand why there would be blood here. Maybe it belongs to the victim. Not likely. Get Garrett to analyze it. And we'll know for sure. Ну, у нас... Ну, кто-то не советовал, кому-то, может, не понравилось. Мне понравилась игра. Но мне кажется, что ее сыграть, знаешь, как? Раз в год можно сыграть, как-то так. Скорее. Не такая игра, которую ты перепроходишь по 10 раз. За месяц. О, нашли нож. A table knife covered in blood. Obviously the murder weapon. Killer used his silverware to stab his victim? That would seem to indicate that the murder wasn't premeditated. Tyler, there's a knife hidden here. It might be the murder weapon. Get Garrett. Make sure he checks for prints and identifies the blood on the blade. Okay. Короче... Maybe it was a revenge thing. Or a psycho. This town is full of psychos. They're everywhere. When I was in the Bronx, I saw guys who'd rip your guts out and hand them to you just so they could take your shoes. Tyler, can you shut up for 2 minutes? Спасибо, женщина, спасибо. Могли не советовать как раз из-за нехронологического порядка событий. Это многим не понравилось, хотя я не знаю почему. По-моему, это самое то. В самом конце объясняется, блин, почему у нее так. Это очень логично. Там, если что, все равно сделали потом в ремастере для 4-й. Что можно хронологично проходить. Я, знаете, еще я...
я скажу сейчас странную вещь. Мне кажется, мне Детройт не понравится. Several wounds on the left side of the chest in the area of the heart. They appear to be knife wounds. Реально, мне кажется, что мне Детройт не понравится в итоге. Поэтому я хочу его купить по скидке. Прям большой какой-нибудь когда-нибудь потом. У меня реально есть подозрение, что он мне в итоге не понравится, так как он всем нравится. Ну, настолько, насколько он всем нравится. Я видела, конечно, парочку буквально кусочков геймплея, когда там гвардия заходила. Не знаю, есть у меня такое подозрение страшное. Посмотрим, я потом когда-нибудь его куплю. У меня еще есть много игр, которые можно пройти. А, в общем, после этой Indigo Prophets я как раз думаю, может, Beyond Two Souls зайти поиграть. Персону же не могу стримить. Хотя в Персону я играю. У меня 3:46 я наиграл, и там, короче, самое начало игры только. Так, Тайлер. Тайлер's been my partner for almost a year. He grew up with the gangs in the Bronx. Before he decided to join the force. Sometimes he's unpredictable, but he's a good guy. Так, did you find anything, Tyler? For that, I'd have to be able to keep my eyes open. Keep up the good work, Tyler. Так. Так, Карло. Carla, she's really something else. She's not always easy to get along with, but she's the best damn cop I know. Так. Чуваки, давайте с вами поболтаем. Hey, Garrett. Carla wants you to verify two or three things. Don't worry, I wrote it all down on this paper so you wouldn't forget. I had a feeling that Carla was gonna keep us up a little longer. You look hammered, Tyler. Yeah, this is my third night on call in a row. You know me, man. If I don't get my beauty sleep, it's Zombie City. You should be out of here pretty soon now. You don't know Carla. She's capable of keeping everybody up till breakfast. And she is by far the most stubborn girl I ever met. Так, по-моему, все. Зачем ты выбираешь тут? По-моему, все. Я даже нашла улики, все. Hey, Carla, I'm gonna take a look outside, see if I can find anything. Ага, еще. Короче, там можно было сбежать с другой стороны, можно было бы что-то еще поискать, найти, по-моему. Передать, что шедеврально будет. Ну, я тоже ее очень ждала. Очень долго ждала, но не знаю. Прям какое-то такое в итоге чувство, что что-то не так. Не, я даже знаю, что она будет, может, просто хорошая. Я боюсь именно, что она будет не так... Ну, не тем вообще. Ну, в плане того, что... Типа то, чем она и должна была быть, но мне это в итоге не зайдет. Хотя мне интересна тема и все такое. Да? Мне теперь Cyberpunk еще интересно посмотреть, что будет. Хотя, блин, там еще был геймплей, который на 48 минут, я его так не посмотрела. Так, это дверка, которая... Да-да-да. Oh, man, that's all I needed. Door doesn't open from the outside. Короче, как вариант... Чувак, ты просто проверил. Как вариант, можно было свалить через эту дверь. И тогда там был бы немножко другой разговор, она бы рассказала, что он взял и ломанулся. This is the window from the toilets in the restaurant. Можно еще было в окно выглянуть, но я не помню, что это...
что это делало. Смотри. На самом деле персону можно стримить, но только через ПК ОБС. Потому что там сняли этот запрет. Так, сейчас он попадает. What do you want? Так, I'm a police detective. I'm investigating a murder that took place in that restaurant. I was wondering if... Leave me alone. I got nothing to say. I don't talk to cops. Привет, Варда. Right, thank you. You've been helpful. Окей, поехали. Так, продолжаю рассказать, почему персону нельзя. Атлус такие. Слышите, стримеры, мы не хотим, чтобы заспойлерили нашим фанатам игру и все такое. Важные моменты игры и все такое. Поэтому хер вам, а не стримить. Вот это именно так звучало. Я не могу по-другому сказать. Поэтому там, типа, две трети игры, они на момент выпуска запрещали вообще стримить. Там где-то чуть ли не только самое начало ты мог поиграть. Потом через какое-то время они такие: ой, блин, мы что-то слишком жестоко сказали вам, да, забаньте вещали, простите, вы можете стримить, только концовку не показывайте, короче. Там, с ноября где-то, если по игровому времени. А на консоли, прям на самой консоли, они взяли и сломали кнопку Share. Ты не можешь ни сделать скриншот, ни стрим включить, делиться видео. Предполагали, что это починят, но прошло полтора года, и что-то ничего нет. Да. Поэтому я смогла показать буквально там до... По-моему, я всего лишь 15 минут смогла показать. Ну, в общем, теперь буду ждать, когда я себе куплю ПК. Куплю себе видеокарту. А, господи, видеокарту. Как называется? Карту захвата. И ради персоны буду перетаскивать ноутбук к компьютеру. И стримить. Там, не знаю, может быть, что-нибудь там, типа, раз в недельку стрим персоны, там, часов на 5 прям. Какой-нибудь такой заседать. Там будет день персоны какой-нибудь. Ну, когда-нибудь, да. You ready to go, Tyler? I think I've seen everything I need to see. Are you sure? We can take another look around if you want. Yeah, you're right. Let's take another look around before we go. Давай-ка махнем и посмотрим за нее. Tyler, I'm gonna take a look outside. Игра, кстати, вот эта, по-моему, коротко. А, тут же бегать можно, точно. Точно, бегать можно. Вот самый долгий момент, это, по-моему, тут. Наверное, где-то в конце. И там, где ты тупишь из-за QTE. Все. А так все довольно быстро в игре происходит. Good evening, sir. Whoa! Hey, babe. What can I do for you? На кого-то она похожа. Так, My name is Carla Valenti. And you? What's your name? My name? What the hell is my name? Nobody uses it anymore. Guess I just forgot it. Yeah, oh, Bogart. Yes, my friends call me Bogart. Must be because I look so much like that actor fella. Так, так, advice? You know, you really shouldn't be outside tonight. It's freezing cold. If you want, I could have them come and pick you up and... Oh, leave me alone! I'm just fine. I don't need nobody. Okay, I'm gonna go try to get someplace warm. Take care of yourself. Ладно. Или, по-моему, с ним разговор в любом случае всякую фигню приносит. Я не помню, я говорю, был какой-то... Были сайты точно раньше, не знаю. Ну, сейчас они явно тоже сохранились. Там были реально типсы. На каждом моменте игры, что тебе нужно делать и что не нужно делать, чтобы вот это вот
полоска с депрессией, с ментальным здоровьем не понижалась. Там, что понижает, что повышает. Просто был супер-мега-гайд. Я помню, как-то пару раз заходила, что-то почитала, это прям делала. Интересно было. Когда я искала... Я там прийти что-то не могла. Искала что-то. Кто ставит спринт на альт? Я не знаю, кто эти люди, но им было очень хорошо, когда они это делали. Так, Лив. You ready to go, Tyler? I think I've seen everything I need to see. Да. Are you sure? We can take another look around if you want. Yeah, поехали. No, we're good. Let's head home. Okay, да, let's bust. It's time to get back to the car. I'm dead tired. О, кстати, тут еще какой-то, блин. Мне чего-то было смешно. О, кровь. Blood. Killer is wounded. Wounded. Похоже, это ачивка. Там, наверное, найти все... Все эти самые... Улики за Карлу. Я предполагаю, что это так. О, сейчас будет вообще классный момент. Он не придет. Нет, стоп, придет, в смысле? А мне казалось, нужно было самому приходить. Стоп, секунду. Там уже был еще лул с этим, то, что ты приходишь, открываешь, потом тебе приходится перевести камеру. Лол, серьезно? Было же так. Просто завалился спать? Лукас. Серьезно? I wasn't dreaming. It all really happened. I'm gonna get ready and go to work. Oh, my head. It feels like somebody shoved a steel bar in my brain and then melted it. Gotta make it stop. Так, The sheets are full of blood. I can't go back to bed. I'm not tired anyway. Там, в смысле, заправь кровать дурной. Я помню, что This will hide the blood, in case anyone comes in the room. I'll change the sheets later. Я, короче, кое-что вспомнила. Нужно сделать. Кое-что важное. Hello? Lucas, it's good to hear from you. I thought I'd call to find out if maybe you wanted to go to Mom and Dad's tomb together. And to be honest, I thought it might be a good excuse to get back in touch with you. I need to see you, Marcus. I'm in big trouble. What are you talking about, Lucas? What happened? I can't really talk about it on the telephone. It's serious, Marcus. I'll meet you in half an hour at the park. See you there. Пошли в душ. Привет, носок. Так. Я помню, нельзя делать одну штуку. Хотя я могу ее сделать, пофиг, там не особо много ему не вычтется. Так. А в душ ты не хочешь сходить? Не буду говорить про то, как он зашел в душ.
Ура, он сам обматывается. Нам не придется играть док. Нет, придется, вспомнила. Да. Доктора нам придется разок точно поиграть. И ты не трясись, ты все хорошо. О! Вы серьезно? Я думала, это если просто посмотреть туда. Так, это. Ну вы после медика тоже? Так, сейчас. Где еще что-то может валяться плохое? Так, сейчас отсюда вот и выкинул. Все правильно делал. Я просто помню, что сейчас будет. Да что тебя так кроет? Ничего не происходит, тебя кроет. Одевайся. Зачем вы отворачиваете камеру? Показали бы ноги, и в них там появляется. Не знаю. Так. My parents, Marcus and me, before the accident. В ком, по-моему, лезть не надо, там все плохо. Одежду, я надеюсь, ты в стирку свою выкинул. Кровавлено. Или нет? That I was wearing last night. They're covered in blood. I better not leave them there. Сдерживай себя. Сдерживай свои флешбеки, пожалуйста. Он еще... Просто посмотрите, как он ее держит. Как он ее держит. Так, до краешек. Все поставил, да? Руки помыть не хочешь? Нет, ну, хочешь, ты не станет. Значит, это можно было бы объюзить. Так, вот эту самую срать не буду. Как пластачек на разных танцах. Да! Вот почти один в один. Так, пойдем. Лукас! Нью-Йорк полиция! Please open the door. Door. These images in my head. I must be losing my mind. Вспомнила. Если, короче, так сделать, то тебе покажут. Тебе покажут, что произойдет в ближайшем будущем. Все, я понял. Я это и так помнила, поэтому это не обязательно было. Поешь, а, Лукас. Кокошник. Вот представь его с кокошником и с этой кровавой фигней. Лица, почему нет? Сейчас заминусит мне, да? Нет. Водичку пей. Я не знаю, по-моему, это плохая идея, наверное. После того, как с утреца в бутылке приложился водичку выпить. Или не знаю.
Я плохо с этим. Collectibles! Так, все. Тебе хорошо? Yesterday, at 7:30 p.m. Lucas, it's Tiffany. I thought maybe I'd pop over tomorrow night after I leave the hospital and pick up a few things. Well, call me back. New York police, please open the door. The police. They know. They've come to arrest me. Ой. Успокойся, все хорошо. Police, open up. Just a minute, I'm coming. I can't let them find any evidence linking me to last night. I've got a couple seconds to hide everything before I get the door. Да какой хайд за тур? Успокойся. Где? Sir, this is the New York police. I must insist that you open this door immediately. Куда ты ключ дел, тут? Just a second. I'm looking for the keys. А где ключи? Нет, серьезно, где ключи? If you do not open the door right now, I will be forced to knock it down. Да я ключ искала, дурной. Серьезно. Я все уже убрала. А еще, может, он тут голый ходит, а? Одеться не даешь, мужик. Ну, все, все. Давай открой дверь. Хорошо. I'm sorry to make you wait like that. I was in the shower. Are you Lucas Kane? Yes. Mr. Kane, the neighbors heard yelling from your apartment. Is there a problem? Да порезался, мужик. Да. Oh, yeah. Yeah, that was me. I cut myself on some broken glass, and I freaked out a little. Fortunately, it wasn't a really big deal. Would it be all right if I took a little look around your apartment? Да, чё? Whatever. Go ahead. Если ты найдёшь кровь, то... What happened to your wrist, sir? I told you I had a stupid accident with some broken glass. Holy cow. When you cut yourself, you go all the way, don't you? Ну да. Если что, господин полицейский, если вы видите, что у него руки трясутся, то это потому, что он порезался. Ему все еще больно. Короче. И поэтому у него руки трясутся. Thank you for your cooperation. Sorry to bother you, sir. You know how it is. With everything that's been going on, we prefer to be careful. I understand. Go on, Mr. Kane. А вот этот, блин, пауз аспекта. Господи, он, ну, орал он ночью, не знаю, порезался. Плохой сон приснился. Бывает. Соседи, вы чё? В России не жили. Так, пошли. О, ещё заминусится что-нибудь, да? Massacre in East End restaurant. An especially horrible murder was committed last night in the restroom of a local restaurant. Пофиг, поняли, да, убили чувака. Сделали это мы. Противно пишите, молодцы газетчики. Так, порать не дают. Ага. Чат. Выбирайте, за кого мы пойдем играть сейчас. PlayStation или в парк пойдем? Давайте за Карлу поиграем или за Лукаса. Куда хотите. Парк с братом болтать или пытаться найти Лукаса. Так, фемейл. Кто-нибудь еще хочет написать?
площади есть. Всякие боты есть в чате. Ясно. Единственное, Харькобот написал. Послушаем Харькобота. I've got this really bad habit for a cop. Once I start working on a case, I can't think about anything else. I'm exhausted. I haven't gotten a wink of sleep all night. Something's bothering me about this murder, but I just can't seem to put my finger on what it is. Так. Hi, Carla. How you doing today? Hi, Doug. Not too bad. Is Tyler here yet? No, not that I know of. So, ready for that big retirement? Working on it. Сложно. Да, все нормально. Я тебя очень понимаю. Я вчера на стриме от Хао под конец реально сидела... Он, короче, когда отходил несколько раз, я в те разы просто брала и в руку себе, короче, ложилась. Ну, на стол, в смысле. Просто лежу так, лежу. Слышу голос. А, да, все, надо встать. Там что-то происходит, наверное, в чате, а может нет. Просто тупо чувствовала себя человеком, который спит. Сидя или стоя. Сегодня-то получше, я спала сегодня до 8 почти. Тоже приятнее. Не, я не могу засыпать у него, к сожалению. The door leading to the basement. I have no business down there right now. Мир за остальными следить нужно еще. Теми, кто не спит, приходит и... Ну, делает это всякое. Так. Tyler is still not here. I'd better try to give him a ring. Ты это поняла на лестнице, остановилась, подумала и испортила себе настроение. Ты серьезная женщина? Женщина. Карла. Ох. Ой, мизотер тоже ко второй паре. И к первой. Карла Ленти. Ой, так, стоп. Она лейтенант. А он кто? Засыпать 12 дня. Ох. Так. Я сейчас, короче, к дверке подойду. Вы мне переведете, что это за него? Он сержант, что ли, или кто? Там СГТ, по-моему, было написано. Это кто по этой социальной их структуре? На один английский 2 часа. Блин, я бы сходила на английский, если бы у меня был. Нафиг мне бухчет нужен? Я хочу английский. Не, мне это нафиг не нужно, я думаю. Мне нужно в... Hi, Carla, how are you? Hello, Inspector. Ладно, спать хочу. Где дверь с табличкой? Hi, Frank. Hey, Carla. Sleep well? Sleep's a waste of time. I'll have plenty of time to sleep when I'm dead. That's our Carla. Клёво. Hey, Carla. Can you tell your partner to pay me back that $100 he owes me? I've been waiting 6 months for it now. Can't help you there, Jeffrey. Talk to him about it. He's been avoiding me like the plague. Plus, you know, you're the only one he listens to. Catch you later, Jeffrey. Ой, этот... Он же сейчас еще потом, например, за Тайлера то же самое пройти. Он к нему тоже прикопается. А-а-а. Он так бесит, этот чувак. Hi, Garrett. Oh, wait, Carla. I got some results back on the tests we did for that restaurant murder. Great. As soon as Tyler gets here, we'll come and see you. Okay, I'll be at my desk all morning.
Хотя на выходных можно поспать, наверное. Так. Тайлер hates it when anyone touches his stuff. А в комп его залезть можно? Карло, ну пожалуйста, ну Карло, ладно, за него. Там что-то замечательное, спам какой-то, короче, был. 10 из 10 спам, вам понравится. It's completely idiotic, but it helps me think. Точно. Здесь это так делать. Это еще какую-нибудь ачивку, наверное, дадут. Да. То, что все терпеливо выполнил, да? Да. Так, еще разок, все. Как она руки держит, боже. Кто так руки держит? Да. Я делала. Все. Все, кладем. Как она руку-то держала? Так неудобно же стоя держать руку. Так, да и сядем, потом позвоню ему. Шрифт неприятный максимально. Так, sorry, I wasn't able to give you any news. Так. От Томми, привет, Карла. Прости, у меня не было возможности тебе никаких новостей рассказать в последнее время. Я был очень занят с моей работой. Я останови... Сейчас. А, я, короче, к тебе заглянул, как только смогу. И расскажу тебе обо всех своих приключениях. Целую, Том. It's all happened before. Kirsten. What's that supposed to mean? Kirsten? Так. Веб. Неудобно. Мне дико шрифт неудобно, короче. Господи, мне даже вблизи неудобно его читать. Нью-Йорк, муниципальные выборы. Донателло. Подозревают в том, что выросло. Криминальный уровень вырос? Серьезно? Никому серьезно. Короче, за 30 лет... Короче, за вот эти 2 года, пока этот чувак правит тут, его партия, или, не знаю, там не партия, а эти... соратники, на 15% вырос криминальный уровень, что намного больше, чем за все вообще, короче, за 30 лет, короче, такого не было. На пресс-конференции вчера Донателло указал на то, что... в целом, короче, везде это так выросло. Ничего не знаю, во всей стране такая фигня, не только у вас.
это все, короче, из-за социальных проблем всяких. Ну да, бывает. А я вам помогу. Это даже будет до того, как я закончу управление. Полис все сделает. Да. Все получится, все сделает. А, да, точно, здесь же бэк это на треугольник, а не на нолик. Ну, Керстен. И кого ты найдешь, а? Миллиард девушек? Classified file. So, it's a name associated with a case. Too bad. I would have liked to find out more. А, матч фаул. Это один. Окей. А, снег. Короче, холодает, снег. Холодно. Кошмар, холодно. Мир. Пакистан. Что там в Пакистане? Неинтересно. Могу вам оставить, можете почитать, перевести. Ну, там, короче, неинтересное что-то. Потому что политика, Пакистан, мир, Америка, что там еще происходит. Не знаю, что происходило в те годы. Примерно так 10 лет назад. Нет, чуть больше даже. Ну, короче, что-то там происходит такое. Та-та-та, для сюжета игры это не важно. Страст. Что тут? Ну, карточка. Больше коллектаблс. Давайте позвоним Тайлеру. На выходе с телефона. С кнопочками. Старый телефон. Там. Где провод телефона? Yeah. Know what time it is? Oh, shit. Get a move on. The waitress is coming this morning to flesh out the composite on the killer. I'm on my way. Да, я в пути. Ща, я попытаюсь встать. ЛТ это лейтенант, да? Так. Встанем. Сейчас, наверное, можно будет махнуть, да? Так. Попьем водички. Так, а у тебя написано? Ща. Да стой ты. СГТ. Как переводится? Кто знает? Кто разбирается в этом? Так. Тайлерс апартмент. Вставай на работу, ты полицейский. СГТ. Это сержант, наверное? Сержант. По идее. Stay a little longer. Sorry, babe, but I really gotta go. I'll make some coffee. Okay, I'll grab a shower, get dressed, and then I'm out of here. Ой, там что-то можно еще сделать тут. СТГ. Да, СТГ. Ой, не. Наверное, не сюда. А где у него душ, интересно? Ну, логично было бы, если бы душ был в спальне. А, вон там, да. Обезьяна с Анубиса. Ну, главное, это Нирха с этого. С Blizzard World'а. Эй! You're a good-looking guy, you know that? Так. Да, правда, круто. Спасибо за карточку. Давай, поднимайся настроение хоть как-нибудь, а? То у тебя там слишком много минусов было в кафешке. Господи.
Игра. Чего ты пугаешь, а? Хорошо, знаешь, правильно поняла. Ну, правда, я еще в иерархии тоже не знаю прям точно, кто есть кто. Я предполагаю, что сержант ниже лейтенанта. Я только... Ой. В общем, я только название знаю, по сути. Капитан, сержант, лейтенант. Statuette of Sox, one of the characters in my favorite video game. Так, это к чему-то была отсылка, я не знаю к чему. Если честно. Какой-то игре. Похоже. Может быть, к предыдущей игре Quantic Dream. Возможно, как раз к Омикрону. Oh, Sam looks like she's sulking. And I know what's bothering her. Она боится, что тебя убьют на работе, да? Ну, обычно все девушки, жены и матери обычно за своих детей боятся, которые работают в полиции или военной, что их убьют. Go back to bed, Sam. You're gonna catch a death of cold like that. I'm not cold. Oh, look, Sam, please don't start. I got no intention of dying today. I'm sick of living in fear like this. Every morning I'm terrified that something's gonna happen to you. I know how you feel, Sam. You just need some time, that's all. I don't like to see you like this. You know that, baby. Well, what if you quit? We could move to Florida and take over my parents' store. We'd have a normal life. And we could have a baby. Yeah. Take over your parents' store? Can you see me selling shoes from behind a counter while kids are out there killing each other in the streets? I belong here where I can do some good, not in Florida. Я не очень поняла, что это значит, что он ответит ей. Я сейчас честно, тут даже на русском бывало, и в момент ты не понимаешь, что он ответит. I love you, Tyler. Норм. Всего лишь 10, серьезно. Я бы за такой 30 дала. Музон, yeah. Hi, Tyler. Oh, Carl is looking for you. Yeah, I know. So, you ready for retirement, man? Yeah, I'm working on it. Да, Карл там тебя чуть-чуть так убьет, за то, что ты опаздываешь. Совсем чуть-чуть. Так, здесь есть что-нибудь интересное? Так, этого чувака нельзя обойти, да? Он сидит возле нашего кабинета. Так, о-о-о, а ты можешь послушать? Тебе легче станет? Да, это в игре музыка. Для полицейского участка самое то. Верно? Так, сейчас этот фиг нам портит настроение. Я вам гарантирую. Он еще, по-моему, раза три точно прикопается. Да? Hey, Tyler, what do you know? Just the guy I was looking for. Oh, shit. Shit.
You remember that $100 I loaned you about 6 months ago? I'd really like for you to get that back to me as soon as possible. Like maybe now, for example? Yo, listen, Jeff, I got a little cash flow problem at the moment. Nothing I can't handle, but, you know, it's pretty tight right now, and... Tyler, I'm gonna be frank with you here. I don't really give a shit about your problems. I want my $100 and I want it now. Okay, okay, just give me a little more time. I'll see what I can do. Forget about it. I want my money now. Yo, let me make you a deal. I'll play you a game of b-ball for your $100. If you win, I'll give you $200 right then. But if you lose, we cool. You'll give me $200 if I win. You got my word, man. All right, you're on. But don't even think about not paying me if you lose, because that... Don't worry, Jeffrey. I'll come by and see you when I get 5 minutes. Oh. Как ты достал, чувак? Самое то музыка, блядь. Полицейский участок. The waitress hasn't come in yet? She won't be long. Garrett got the lab results. Shall we go? All right, let me hang up my coat. I'll be right with you. Okay. See you in a minute. Так. Что ты мне скажешь про... О, что? Так, снимаем. Про ее ты вообще ничего не скажешь, да? Попей тоже водичка. Геймпад вибрирует просто дупо на все. Ох. А можно за это еще плюс 5, а? Он же попал. Игра тупо хейтит Тайлера, не дает ему настроения хорошего. Так, email, pleasure. Ну да, вы поняли. Ой. Quantic Dream Software. From Sam. Так, я вижу там слова слитно. Господи, я не удивлена, почему я не вижу ничего. Вблизи они тоже очень близко выглядят. Тайлер, прости, что мы сегодня, короче, утром немножко поругались. Я очень напугана, что с тобой может что-нибудь произойти. Люблю сам. Так. Web. Life sentence. Per. Ой, про MP3 что-то ясно, неинтересно. А. Weather, victims. Причем очень холодно, из-за этого жертвы всякие появляются, да. Чайда. Ой. Слово что-то про Пакистан, про Китай. Если хотите, можете почитать, перевести сами. Там ничего полезного для сюжета нет. Так, себе нечего сказать. Окей, Лукас, так. Да. Все ремастеры, которые вышли, они зацензурены. Если бы это было на... Ой. На PS2, тогда она была бы не цензурена, либо... Старая. Это ремастер. Ремастеры зацензурили. Поэтому их можно стримить. Так, куда идти-то? Отсюда, да? So, what do you want to start with? Knife. What did you find on the knife? Got some good prints off it. They matched those found on the fork and glass at the suspect's table. So, the murderer was definitely at that table.
Anything on the blade? I'm getting to that. We definitely had blood from the victim, but the weird thing is we also found blood from the killer. What about the pool of blood in the stall? You're not going to believe this. The blood wasn't from the victim, it was from the killer. What was he doing bleeding in the stall? I have absolutely no idea. Were there any prints on the book that was under the table? Yep, and they matched the ones on the fork and the glass. So it was definitely his book. It looked like a fairly old book. Maybe we can get some more stuff out of it. Сейчас интересно. Кофе кап? Did you find anything on the coffee cup? The only prints we found belonged to the waitress. That's impossible, man. That cup was half empty. Somebody must have drank it. Tell me about the blood found in the killer's booth. As strange as it might sound, that blood didn't come from the victim. It was the killer's? So it would seem. He was wounded? So, what do you think about all that? I don't have any explanation for the blood in the stall. The victim could have wounded the killer during a struggle, but it doesn't make sense that it would be in the stall. It's as though the killer wounded himself. Hey, why not? You get clumsy fools in every other profession. Why not killers? That's kind of a flimsy explanation, Garrett. To each his own, Carla. I do the testing, you figure out the reason why. Thanks for your help, Garrett. See you later. Так. So, what do we do now? You go take care of the composite. I'm gonna go check with the coroner and see if he got anything from the body. Okay. Catch you later. Так, что у нас сейчас будет? Ага. Парк. Стоп, When Marcus and I were kids, we were inseparable. He's the one who took care of me after our parents died. We kind of grew apart after he became a priest. Нет. But he's still the only person I really trust. Нет. The only one who might believe that I had nothing to do with all this mess. Нет, пожалуйста. Это тут еще где-то детская площадка, да? Детская площадка и озеро? Нет. Оно в самом начале игры. Пожалуйста, нет. Оно где-то здесь, да? О, чувак, тебе нормально там? Чувак? Looks homeless. Poor guy, out in this freezing cold. Ты же замерзнешь. Ой. Чувак, ты замерзнешь. Вставай. Разбуди его, пошли его куда-нибудь, не знаю. День, ты его мог тут отогреть? Их-то развито. I'm happy to see you. I missed you. It's been a while. 2 years. So tell me what's happened, Lucas. I've killed a man, Marcus. It happened at a restaurant last night. It's like I was possessed. In a sort of trance, like I was a puppet on a string. I saw what I was doing, but I was powerless to stop it. My God. I can't believe this, Lucas. Tell me that it wasn't you. You're not capable of something like that. And there's this, too. You cut your wrists? Before the murder, I carved these symbols on my arms with a knife. I don't know if they mean anything. This murder? Exactly how did it happen? Well, after work last night, I stopped at a little diner to get something to eat. I read a book at my table, I think. And after, it's just a black hole. I don't remember anything. Right up until I found myself in the toilets with a knife in my hand. And it was horrible. Ой, да там ничего интересного не было. Had you been drinking or taking drugs? I know that I don't do that, Marcus. You say you were in a sort of a trance. What do you mean by that? You talking about magic? Or sorcery? Or something like that? Marcus, I don't have an explanation. I'm just telling you what happened, that's all. I'm only certain about one thing. I'm not the one who really killed that man. While I was doing this horrible thing, I saw something, or rather someone. Was somebody else there with you? No, it was like a sort of vision. I saw a man in the middle of hundreds of candles. And there was this little girl. You saw a little girl? She seemed alone, lost. She asked me to help her.
What happened to me, Marcus? What am I supposed to do now? You know me better than anyone, Marcus. Help me. Listen, Lucas, I'm a bit lost here. This whole story is just so bizarre. Maybe you need some professional help. Most cases of possession are known to actually stem from psychiatric problems, and I am a priest, Lucas. The fact that you have taken a life is a very serious matter. I told you that it wasn't me, Marcus. All these years and nothing's changed. You still never listen to me. Lucas, don't ask me to make a choice between my faith and my brother. Somebody used me to commit a crime, and I'm going to find out what happened and why, whatever the cost. I'm sorry, Marcus. I shouldn't have come to see you. Here. You need this more than I do. Marcus, you know that I don't believe in all that. Thanks. Это за жизнь! Не помню, нафига эти жизни нужны. Достижения дали за то, что мы взяли. Slip on the ice. I've got to stop him. The cop in the restaurant. If I don't do something, the child will die. If I do something, the cop will recognize me. What am I gonna do? Куда бежать? Сюда, да? Ой, как он хорошо нырнул. Ой, ой, этот момент, о боже. Ненавижу его. Может, там еще какие-то есть тупые There моменты, но это самое трагическое. Он потерял сознание. Быстро, я должен идти вверх, пока я не выйду из воздуха. Да плыви давай, а, быстрее, а! Я и так жму, как могу. Ой! Смотрите, кто я в мире. Давай! Что ты такой медленный, Лукас? Оно плохо, ори, что ему плохо. Да что ты? Ну. Patrol 324. Kid just fell into the water. Send an ambulance. Oh, right. Man, what courage. The kid would have died. That guy's a hero. He dove into freezing water to save the kid. The kid never would have made it out of there without him. The cop recognized me. We both knew it. It's hard to say why he didn't turn me in. Maybe he decided I was even. I had taken a life and given one back. Nothing really changed for me. I was still wanted for murder by the police. But when I left that park, I knew I could look myself in the mirror again without cringing. С первого раза. Я на ПК это три раза проходила. Три раза я не могла пройти эту крупную. Там потому что с мышкой проблемы. Ну, в смысле, управление с мыши намного более неудобное, чем с геймпадом. Там вот это оно реагировало еще в три раза медленнее. Это было отвратительно. Короче, чат. Чат. 1:40 этой игры. Давайте я пойду в Overwatch. Стримить. Я устала немножко эту игру играть. Ну, в смысле, я потом еще поиграю. В следующий раз, не знаю когда. Наверное, на следующей неделе получится.
Сейчас завтра пятница, я вернусь в час. Нет, я заканчиваю час, я вернусь к двум, по идее. Может быть, завтра постримлю еще, но не точно. На следующей неделе я, скорее всего, во вторник смогу стримить, в понедельник. В среду, может быть, утром какой-нибудь стрим замучу, наверное, креатив. До стрима от Хау, если. Так. Сейчас я думаю. Да, наверное, с этой игрой все. Я пока что кому-нибудь пикну. Так, давайте сюда. Лаудинг. И с этого мы больше начнем игру. Стоп. Да. Exit main menu. Спасибо всем, кто был на этом стриме, если вам была интересна только эта игра. Спасибо всем, кто посмотрит запись. Надеюсь, вам было интересно смотреть. Особо мы далеко не продвинулись, но здесь начало, короче, оно такое медленное. Там дальше все намного быстрее происходит. Всякие страшные вещи. Сейчас я пойду поставлю ноутбук на зарядку, оставив себе все эти окна и все прочее. Открою чатик с телефона куда-нибудь. И пойду стримить Overwatch. Часик буквально, может, тоже. Парочку игр. И все, да. Всем спасибо. Если вам куда-то нужно подписываться, если вы, не знаю, на YouTube это смотрите, то у меня там всякие ссылки есть на Твиче. А может быть, на YouTube тоже есть какие-то ссылки, но это не точно. Там в чатик это нужно будет линк или Discord. И под стримом все есть, можно заходить читать, заходить смотреть, как проще, интересное. Если хочется меня поддержать, есть донат, есть патреон, есть сабы. Но мне даже очень приятно, если просто меня кто-то смотрит. И можете фоловить, не фоловить, все прочее, все такое, да. В Твиттере всякая дичь еще бывает интересно. А еще также у меня, если вы знаете такую игру замечательную, как Overwatch, у меня, короче, остались еще котики сборной. У меня остался Unfixed, у меня остался Энх. Энх, Unfixed и Burn остались. Потому что Mistakes, Тхау и Дикер у меня забиты. Да. Сейчас, короче, вернусь. Да, всем спасибо. Так, кнопочка Share где-то.